танцы и спорт. В Чебоксарах в выходные пройдут чемпионат и первенство республики по танцевальному спорту. В спортивном зале регионального центра развития маунтинбайка соберутся сильнейшие атлеты Чувашии. Так как соревнования открыты, на паркете конкуренцию хозяевам составят коллеги из Мариэл, Татарстана, Мордовии, Ульяновской области и других регионов России. Ожидается участие более 300 спортивных дуэтов. Соревнования начнутся с раннего утра 19 января. Откроют состязания самые юные спортсмены. Возраст танцоров от 7 до 20 лет и старше. В 4 возрастных группах они будут соревноваться в искусстве спортивного и бального танца. Торжественное открытие состоится в 17 часов, а, собственно, соревнования начнутся с утра. В рамках чемпионата и первенства впервые пройдет награждение по итогам внутреннего рейтинга Федерации танцевального спорта Чувашии.